и все эти элементы сейчас обижены, значит, то, что вас туда всех согнали. Rusiyada səfərbərliklə orduya çağırılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşanlar hərbi hissədə polkovnik leytenantı döyüb. Buna səbəb zabitin çağırışçılara ölümə gedəcəklərini deməsi olub. Bu barədə çağırışçılardan birinin qardaşı məlumat yayıb. Qardaşının olduğu hərbi hissədə 1080 nəfərin olduğunu və onların müharibəyə getmək istəmədiyini deyən şəxs çağırışçıların hərbi hissədən qaçmağa çalışdığını bildirib. Непонятно, товарищи военнослужащие. Мы, я не знаю, зачем вы так себя ведете, но раз, вот, смотрите, ну подготовка, драка, ну что это такое? Ну будет время, подеретесь, повоюйте еще. Мне сейчас брат пишет, короче, этому подполковнику, который там, он ходил, там один подполковник, вы, говорит, все мясо, вы едете на бойню туда-сюда, ему, короче, сейчас весь разбили уже там, и короче это на или разняли там целая толпа ему, ну от души, короче, и это один там ему хуй стал, там вот за час две скорых приехало уже, там многим там плачут, и один хотел убежать, его там поймали, там творится сейчас, там 1080 человек находится в Рубине, короче, из них, наверное, не все там уже, там, блять, по ножовщину будет, там беспредел полный, все пьяные, все до одного.